Друзья, подписчики, всем привет! Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом и решил сделать нарезочку лучших моментов 2018 года. Спасибо, что были со мной, спасибо, что писали комментарии. Всем удачи в Новом году, классных находок. Вот, думаю, у нас еще будут круче находки. Также хочу сказать, что купим обязательно квадрокоптер. Съемка будет с квадрокоптера. Видео будет очень интересное, разноплановое. Все, друзья, смотрим. Ребят, смотрите. Вообще. А ну, да. Вообще шикарно. Это просто вообще шик-шик. А ну, Виталик, покажи свое довольное лицо. Ва, ребят, открыл сезон. Красавчик. Вообще очень доволен. Крутяк вообще. Короче, друзья, смотрите, какая у меня находка с окашкой. Видно часы. Вот это да. Охереть. Прикольно. Вот это находочка. Вот и Акая оправдывает свои надежды на него. Сигнал, смотрите, чуть-чуть оторвал. И походу колокольчик, ребята. Сейчас мы его... Ребята, это вообще, походу, смотрите, бомба просто. По-моему, это колокольчик. Так что, ребята, я сейчас его чуть-чуть еще пройдусь, тут помою, покажу. Вообще ништяк. Тут вон надписи какие-то. Вообще круто. Крутяк, ребята. 4 часа ходил сначала по лесу, часа 2 безуспешно, и в деревеньку зашел. И вот удача. Дырявая, что ли? Да что ты будешь делать? Прикиньте, ребят, дырка еще и веревка. Же обидно, ребята. Да. Так хотел порадоваться. Порадовался, конечно, но... Вообще прям... Ну, это уже радует. Прям первая находка, серебро. Берем, надеемся, монетки будут еще. Еду домой, уже увидел поле распаханное. О, заехал. И попадается чешуечка. Даже не знаю, чья это. Ладно, будем разбираться. Интересная, интересная. Интересная шайбочка.
тяжеленькая. Сейчас немножко помоем. Это, друзья, Катькин пятак. Правда, ушатанный немного. Не знаю, отойдет это все, не отойдет. Друзья, смотрите, какая интересная вещь попалась. Неужто ли это от меча вот такой, этот, как он, от ножных наконечник похож, конечно. Я его разломал немножко, потому что что-то непонятный был сигнал. Такая интересная вещица. В принципе, за этим я и ехал во Владимирскую область, что-то такое интересное найти. Ладно, потом отмою, посмотрю. Чуть-чуть сполоснул, видите, там вообще как будто какие-то руны. Интересная, интересная вещица. Какая-то, походу, звездочка, ребят. Кругляшок у нас появился. Я его, походу, бахнул. Ну что ты будешь делать? Яму такую разрыл, не мог найти его. Это, друзья, 5 копеек. Ветер очень сильный. Но погода, конечно, классная для копа. Но для съемки не очень. Вообще отлично. Супер. Ух ты, какая классная. Мне в этом году уже попадалось. А тут поинтересней. Звезда-то. Такая прикольная звездочка. Смотрите, ребят, какая красота выпала. Крестище. Сломанный крестик. Видно, старый, но он большой был. Да, печаль, печаль. Ребят, вообще, смотрите, какой болтяра. Блин, такой огроменный, ни хера себе. Что-то там нарисовано. Класс, я прям хотел такой, мечтал такому. Не знаю, сейчас буду помоем, в общем. Посмотрю, что нарисовано. Супер, вообще просто, смотрите. Это класс. Сейчас водичкой сполоснем. Помыл водичкой. Но тут, наверное, щеточку надо какую-то. Что-то огроменный. Он у меня, смотрите, на пальце болтается. Ага. Или советское что-то, либо... Не, что-то мне. Либо царское. Серебро. Серебро точно. Царючка. На щеточку.
Под 7 на 3 просто год. Сейчас. Ну да, 867. А, набитая что ли? Да, чуть-чуть. Видишь, она ударена и не видно, как хвостик, как двойка. 1867. Вот так вот, ребят, серебро-то есть. Серебришко есть. Любимая, привет. Наташка, я тебя люблю. Видишь, находки какие. Для тебя. Сердечки. Выпадает, так я понимаю, печаточка. Сплоснем. Выскакивает, смотрите, что. Я даже боюсь отламывать. Неужели это что-то гривенник или что это такое? Это будет просто сказка, ребята, я сейчас буду орать. Да нет, вроде не по-русски что-то написано. Что же это такое? Портретник, ребят, портретник. А почему не по-русски-то? А, вообще по-русски. У меня нет слов просто, ребята. Сейчас смотрим в другую сторону. Да, гривенник, ребят, 1742 год. Блин, как я счастлив, ребята. Вообще класс. Недавно друг нашел, комрад, гривенник. Андрюха Королев, привет. Фу, это просто, это завершение сегодняшнего копа, это просто шикарно, ребята. Вот это, ребята, супер. Смотрите, вот здесь. Так, вон ямку зарыл. Копейка. 2 копейки. Ой, 3 копейки. И тут прям рядом. Смотрите, что у меня. Ехал прям в надежде. За чешуей. Супер вообще. Вторая чешуя уже. Такой орелик прикольный. Две копейки 1859. Вообще замечательно. Сигнальчик хороший, даже не поверил, что крупная. Но убитая такая. Ух. Ну шайбочка красивая. Да. Давай. Что, не видно? Счет куда бы. Павел первый. Есть. На. Да. Вот это, да. Не надо все-таки потом. Ну что, понятно. Павел так. Первый. Ага. На, я все. Пипец. Да. Так что, ребята, быстро в бой. Смотрите, ребята, орляночка какая попалась вообще.
Мечта моя, конечно, пряжку найти. Прягу с орлом видно там, фокусируется? Ничего, да, вот теперь фокус есть. Ну, Ваня, помоги. Давай. Бля, Виталик, мечтал о ней. Мечтал, да, давно, ребят. Про зацепа нету. Ну, вообще, круть. О, посмотрите на это счастливое лицо. Нету креплений. Круто. Хочешь, дам? Давай, попшикай. Ну-ка, Ваня, снимай. Только погнутенькая маленько. Ну, это ничего, выправится. Хотя, лучше, наверное, потом в воде. Да, ну круто, круто, ребят. Мечта сбылась копательская. Ребят, попалась. Мне такая еще не встречалась, но походу это гирька. Еще походу царских времен. Кто знает, подскажите. Что-то 48, 32. Что-то написано Туль. Тула, может быть. Ну, ребят, у меня тоже. У друга моего печаточка. У меня печаточка. Какая-то. Ну, женская. Шузорчиком. Золотых нету. Осталось нам еще только золотые. Да уж. Вот это да, ребята. Вот это класс. Такой тоже ни разу не находил. А, находил половинку крестика. Супер вообще. Такого же плана, вот как Серега кольцо нашел. Сейчас туда до речки дойду, там помою. Если там спуск есть, покажу. Ну, это явное украшение какое-то. Монетный сигнал, ребят. Иду, смотрите, какая красота. Сейчас. Торчит прям гурт. Походу монета. Да большая. У-ху-ху. А это сереброшка, ребята. Полтинник. Нихера себе. 25-й год. 25-й это вроде редкий. Фу. Вот это приехали. Да монгол копать. Вот это кайф. Да, привал. Так, что-то зелененькое. Опа, ребята. А это масончик. 1832.
Одна копейка вообще, смотрите, в каком сохране. Вот это да. Кокарда у меня такая выпала. Прикольная. Берем. Ура! У меня серебруха. По ходу дела. Вот она лежит. А, я думал, это царская, это этот. Сеятель. Один полтинник. Ну, вообще круто. Чувашия прям славится серебром. Уже второе серебро за сегодня. Не знаю, за час. 24-й год. Класс, ребята. Супер. Какая-то у нас монеточка. Так, 5 копеек, 1857 год. Смотрите, ребят, что попалось. Крестовая копейка. Сейчас, ладно, чуть почищу. По году 1728. Так, вылетает, смотрите. Красота какая. Вот это да. Вот это класс. Империус. Так, ребята, и не зря. Смотрите, у меня практически первый сигнал. Копиндос в таком сохране хорошем. А, 2 копейки. года. Прикольный, ребят, крестик. Только погнутый чуть-чуть. Да он, да, гнутый. Такой здоровенький. Класс. Сейчас помою, покажу. Ничего не нашли. Только штурвалочек. Все. Вот крестик, ребята, еще один. Лепесточек.
этого, друзья. Вот она. Ребята, лесной сохранчик. Должна быть в идеале. Вопрос понять. Сейчас что это? Он какой-то безрельефный. А, о, вижу. По-моему, 2 копейки серебром. Видите, проглядывается. Вот она, толстенькая, ребята. Круть. Друзья, я, конечно, вообще в шоке. Вот это лес, вот это давай. Смотрите, что нашел. Серебро. Серебро, походу, еще царское. Орла видно хорошо. Наверное, 10 копеек. Да, 10 копеек. Сейчас, ребят. Фу, я вообще... Я просто рад до безумия, ребята. Вот это лесок. Вот это давай. Сейчас протру, покажу. Короче, друзья, сильно тереть не буду. Но видно год 1899. Вот это огонь. Да, ребят, ничего себе. Вот это крутяк. Лиза. Тысяча 775 год. Какой-то монитос, но звук вроде как не у империи. Непонятно. О, да это серебро, ребят. Ничего себе. Вот это давай. Да, серебро, походу, 15 копеек. Хабара задобрил конфеточкой. Вот, подгончик. Сейчас я почищу. Покажу красоту. Так, 1890 год, 15 копеек, СПБ, ну вроде такая нормальная, особых нет этих раковин, ничего, отмоется, ну круто, круто, ребята, уже серебро, ни хера себе, вот это здорово, вот это класс, гривенник. У Дэна гривенник, у меня 15 копеек. Друзья, смотрите, какую яму вырыл. Сигнал четкий, монетный был. Лежит шайба какая. Здоровая. Класс, прям доставать даже. Насладиться моментом. Супер. Так.
О, Павел Первый. 2 копейки, наверное. Вот эта шайбочка тут лежит. Восемьсотый год. ЕМ. О, супер. Так, что ты у нас в комочке красивая. Вижу, гурт это или не гурт. В общем, что томить, ребята. Наконец-то серебришко. О, красотища. Еще царик. Царек. Как же красиво, ребят, вообще. Фу, теперь вообще прям счастлив. Вот они, 15 копеек. 1861 года, СПБ. Прелестно. Так, у нас Сережка. Сам прикол, ребят, то, что я вчера только думал об этом. Почему же мне они попадаются? Мне попалась Сережка серебряная, ну, такого плана тоже. Но кто следит за каналом, видел. Думаю, а почему же мне такие не попадаются, медные? И вот. Боженька нас услышал. Вот сигнальчик. По-моему, чешуйка торчит. Сейчас посмотрим. Ух ты, да. Она самая. Смотрим. Такой, ребят, серебряный крестик попался. Обломанный, жалко. Ну, что, забираем серебро же. За вещь, ребята, подсказывайте. Такая, ребят, древняя вещица. Походу чешуя. Да, ребята, чешуя. Причем что-то очень странное. Не уделочка ли это? Ну-ка, ну-ка. И вот прям 2 метра. Еще одна. А, это уже с садничком. Вот она. Большая, смотрите, какая. Это, походу, тоже уделка. Здоровая. Вот это мы нарвались, ребят, на поле. На разведку приехали. Еще одна чешуечка. А.
большая или маленькая? Ну, средняя. Это класс, просто класс. Душа радуется. Смотрим дальше, друзья, не переключаемся. Ставим лайки обязательно. Находочка, крестик, смотрите, ребят. Какой крестяра. Вообще классный. Здороваешься, блядь. Не дай бог, что пробка. Не, ну, сигнал такой 60 с чем-то. Практически монетка. Ого. Онлайн взяли, ребят. Да серебро еще. Ага. Вот это кайф, ребят. Вот это ништяк. 15 копеек. Это злоты, что ли? А, да, злоты. Они в этой в Финляндии делались. Прикинь. Вот это ништяк. Друзья, вообще кайф. Вообще здорово, друзья. Вышли вот на такое поле. На тебе. Так, а какой год? 1839, друзья. Вот это находка.